Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости «Дома-2». Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры «Дома-2» на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. В сети ходят слухи, что проект покинули Оля Рапунцель и Дима Дмитренко. Причиной стала драка Димы с Николаем Должанским, который был проектным мужем Рапунцель. В свое время Должанский устроил свадьбу на Сейшелах. Правда, брак оказался недействительным, но он наделал много шума. В итоге Дима сломал Коле нос и был вынужден покинуть Дом-2. Оля ушла вместе с ним. Некоторые считают, что парочка отправилась в отпуск и скоро вернется. Оля и Дима пока никак не комментируют слухи, но публикуют снимки, сделанные за периметром. Также поговаривают, что Ирина Донцова покинула проект, ее якобы тоже выгнали. Другая мамочка проекта, Марина Тристановна Абрамсон, рассказала о своей жизни за периметром. «После возвращения у меня наладились отношения с Татой и Валерой. Я сняла квартиру в том же подъезде, что и ребята. Каждый день помогаю им с ребенком, но я всегда готова вернуться на проект, если будет такая возможность». Майя Донцова хочет сделать две пластические операции – переделать нос и увеличить грудь. Алексей Купин пишет: «Я против того, чтобы моя девушка что-то в себе меняла, и запрещаю ей это делать. Если она ослушается, то общего бюджета на квартиру не будет, и наша свадьба будет под большим вопросом». Дима Талыбов отказался строить отношения с Машей Кахно. Он сказал, что ему не нравится ее характер и переключился на новенькую Алису. Многие считают, что Дима использовал Машу, чтобы пережить голосование. Лилия Читрару мечтает в будущем стать фотомоделью и телеведущей. Именно для этого она и делала пластические операции. Сейчас ей стало поступать очень много предложений о фотосессиях. Сергей Захарьяш не против такой работы. Андрей Чуев делится фотографией своей новой возлюбленной. Он пишет, что уже думает о женитьбе на ней. Либершк Падону советуется со своими подписчиками, стоит ли ей заняться сексом. Видимо, она нашла, кому подарить свою девственность. Волшебничать она хочет с почти разведенным мужчиной. Но его бывшая жена атакует Либерш просьбами исчезнуть из его жизни. Женщина хочет все исправить. Жена Степана Менщикова Евгения заговорила о разводе. «Степан улетел на все лето в Сочи, мы с детьми в Москве. Решили отдохнуть друг от друга. Развода пока нет, но разговоры о нем ведутся. У нас общие детки, поэтому при любых обстоятельствах нужно оставаться друзьями». Старшему сыну Сергея и Даши Пынзарь Артему исполнилось 6 лет. В честь этого они устроили грандиозную вечеринку в элитном клубе. Мероприятие посетила Ксения Бородина с мужем и с детьми. Многие шокированы тем, как выглядела Дарья. Прелести Пынзарь рвались наружу из огромного декольте, а разрез на платье открывал ноги до предела. Но похоже, что Дашу это совсем не смущало. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на канале ТНТ.